Зяблик Тим представляет. Привет, короче, есть пиксельное королевство, где жила пиксельная принцесса, и существовало себе королевство, и бед не знала, но тут пришел черный злой пиксельный колдун и забрал принцессу. На ее спасение пиксельный король отправил армию пиксельных солдат, вот только пиксельные монстры всех перебили, и остался только один мужичок, правенький солдатик, и от нефиг делать, он идет всех мочить. По пути нашему мужичку встретятся скелеты, большие лягушки, эти штуки еще скелеты, такие штуки сильные боссы, шипы, ямы и птицы. То самое чувство, когда птица в игре опаснее, чем зомби. Но все это пустяки для нашего солдата, ведь у него есть борода и меч, и он покажет всем супостатам, где дотеры, где раки зимуют. А помогать герою будут статуи-сохранялки, NPC-помощники, продавцы оружия. И вот наш герой вместо того, чтобы находить выход из сложных подземелий и убивать боссов, гриндит 20-30 минут монеты, чтобы купить крутое улучшение, а в результате получает удлинение меча. Музыка и арт-дизайн на высоте, если только у вас нет аллергии на 8-битную музыку и графику, а всем остальным игра должна понравиться, ведь тут отсылок к другим культовым игр дофига. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Пока.